Друзья, с вами Денис Кочерга, и мы продолжаем проходить Гаррика Поттера и Тайная комната. Поехали проходить это данное испытание. Снова пауканы. Оу. Звезда. Так. Ну давай. Окей. Сколько ходов? А где еще одна? Я немножко в недоумении. Мысли разблокировано. Что разблокировано? Ладно. Сколько мы звезд собрали? Отлично, Гарри, ты справился с заданием. Это время будет объявлено твоим личным рекордом. А сундук-то мы не взяли, да? Такс. Ага, вернуться нельзя, да? Что за... Хочешь попробовать? Я не хочу заново. Я думал, тут секретный проход. Так. И для чего был Люмос? Гарри, Гермиона сказала мне, что в дальней теплице есть шкура Бумсланга. За мной, Гарри! Слушай, да подожди ты, не путай педали. Я хочу... Привет, Гарри, поторгуем? Мне некогда с вами торговать. Thank you.
Так. Вот куда вот этот люмос используется, да? Привет, Гарри, поторгуем? Непонятно. Так. Да подожди ты, дайте глянуть, где, блин, секретный проход. Может, здесь? Блять, ну где? Где? Шикос. А где может быть? Привет, Гарри, поторгуем? Так, у меня есть, конечно, предположение, но это маловероятно. Привет, Гарри, поторгуем? Я был прав. Бедная киска, тебе должно быть стыдно. Я бы сказала другой киске, ну да ладно. Это от твоей киски должно быть стыдно. Я никакую киску не трогал, так что не надо тут балакать, мамакать. Так. Что делать? Собирать шкуру? Ну разве хороший человек может говорить по-змеиному? Это теплица. В ней всегда тепло. Ну я бы сказал еще где тепло, ну да ладно. Да-да, молодец. Здрасте, бла-бла. Так. А, тебя просто... Просто надо было закинуть. Гарри, вход в теплицу здесь. Я постерегу снаружи. Удачи. Ага, трус. Ёбаный. Ладно. Они еще и двигаются. Воу! Подожди. Ну вас в баню. Дипиндо! Дипиндо!
Ты чё, типа туда ушел, что ли? Ладно. Вас еще не хватало. Обратно можно? И на том хорошо. Так. Ага. Что? По новой туда? Да ё-моё. Ну ладно. Не впервой. Та-та-ра-та-та. Ещё? Блин, сколько можно крутить эту шарманку? Даже не знаю. Ну, мы в следующий раз начнем отсюда, так что на связи, дамы и господа. Продолжим, точнее, паузу сделаем, надо так. Чё-то бандикам в последнее время меня удивляет, не отображается сразу. Ну да ладно. Продолжаем. Так. Это теплица? Чё за дичь происходит? Ладно, ладно. Я, походу, понял, что за шутники нас ожидают. И чё? О, какие... Это особенно мерзкая разновидность пауков. Будь осторожен, они ужасно ядовиты. Справиться с ними тебе поможет заклинание Rictus Emper. Моя бывшая ужасно ядовита. Rictus Emper! Всё? Или он... Они не оживут? Надеюсь. Пока. Так, а где от него? Или они со всех выскакивают? То есть нам сюда и надо.
Крокозяблики. Получи, Касабланка. Нам срочно нужно много слизи. Так. Аламамора. Так. Что у нас тут? Как говорится, лишних конфеток не бывает, да? Как говорится. Флипендо! Да, а как на крышу попасть? А, во как. Ну окей. А. Драконы, мы чё, в Китае, блядь? Ну да ладно. Воу. А можно попасть? Я хочу на крышу дома своего. Так. Не знаю, на что мы накопим. Но копили мы очень долго. Это уж точно. О! Ну, одна штука, конечно, слабовата. Мне бы побольше. А, это другой, что ли? Типа мне показалось, ну да ладно. Собрали! Ура! Ура! За Спарту, блядь! Ладно. Привет, Гермиона! Я нашел шкуру Бумсланга. Отлично, Гарри! Сейчас я добавлю ее в оборотное зелье. Добавляй. Гарри, вот-вот начнется церемония награждения. Надеюсь, ты помнишь дорогу? Нет, блядь, забыл. Так, я схожу в подземелье. Этот путь ведет в подземелье. Там приколюшки какие-то есть, если я не ошибаюсь. Где-то. Так. Привет. Как насчет покупок? А что у тебя есть? Кора рябины, еще мокрые от росы. Как хочешь, но учти, это большая редкость. О, Гарри, пришел за покупками. А что у тебя есть? Слизь книжных червей, высший сорт. Сам ей пользуюсь. Блин, ну если одну купить... У слизеринцев такого точно нет. Они слишком жадные. Да я и не стал бы у них покупать. Я в кабинете зелий. Только бы Снэк меня не застукал. Чё мы вообще делать тут будем, а? Если только зелье приготовить и все. О, тут можно было развить кору. И не только кору. О, это замечательно. Не зря мы сюда пошли. Ну, 12 зелий уже. Топчик. Ау-ау-ау-ау, подожди. А разве мы здесь не были? А, были. Значит, идем
обратно. Гарри, пришел за покупками. Да идите вы в жопу, нет. Я хочу открыть много чего интересного без вас. Так. Воу. Ага. Слишком резко, но зато нашли секреточку. Так. Ладно. А как эти собрать? Здесь заперто. Да ладно. А я чё, сказал бы, что открыто, блядь, да? И здесь? А, то есть физически мы сюда не пройдем, да? Ладно. Будем тогда искать другие способы решения других ситуаций. Опа-на. А, у нас это... Этот вихрь не работает, да? Ладно. Так. А как у нас карта? Ага. Вряд ли что-то там нужно делать. Тогда идем, наверное, наверх. Так. Я на практикуме по заклинанию Ricto Semper. Ага. Не знаю, сколько я соврал, но скоро, может, на 4 звездочки соберу. Не, ну можно чисто формально сохраниться. Так, от нехуй делать. За этой дверью гостиная нашего факультета. Гарри, рада видеть тебя. Thank you very much, дама в розовом. Одна штука? Ну и от одной штуки можно не избавляться. Так, сейф проведен. Значит, идем в другую локацию быстрее. Так. За этой дверью практикум по заклинанию Скурш. Стоп, подожди. Флиппендо! Так, у нас только тут этот. Да? Ладно. Ага, тут закрыто. Вихрь как раз закрыт, да? Привет, Гарри, поторгуем? Нет.
Так. Привет, Гарри, поторгуем? Да заколебало, нет. Так, пойдем, наверное, к тайной комнате. Точнее, вот к этим висюлькам. Вот там они что-то значат. Привет, как насчет покупок? Эй, в смысле? Я думал, ты меня сохранять не хочешь, придурок. Так. Ага. А, то есть здесь также вихрь. Ну ладно, ладно. Убедили. Дамы. И не дамы. Так. Я в кабинете трансфигурации. Я в кабинете трансов. Я понял тебя. Трансы страшные существа. Гарри, дивы. Ты уже был в комнате победителей? Говорят, там целый миллион конфеток. А... Это туалет Плаксы Миртл. Печальное зрелище. Оу. Но я пока сюда ходить не буду, а то вдруг сюжетка запустится. Это кабинет заклинаний. Здесь преподает профессор Флитвик. Да, профессор Флик. Флик. Так. Нам тогда надо чуть повыше. Такс. О, парни, я, конечно, все понимаю. Так, надо тогда в темпе все шиковать. В этом кабинете проходят уроки защиты от темных искусств. Окейушки. Зря сюда пошли. Вот насчет этого, может, и не зря. Так. Блин, серьезно? Ё-моё. А, ну если только вот эта комната. В смысле? Серьезно? Блин, зря по. Ладно. Пипец. Просто реально пипец. Я почему не буду идти в тубзик, сразу награждение получу, сохранюсь, и в следующей серии мы уже получим следующую сюжетную составляющую. Так.
чтобы уже не париться и на сюжетку расслабиться. Так. А, понятно. Просто остается паутина. Так. Так. Воу! Это было больно. О! Ну, хоть что-то. Хоть как-то и что-то, да? А, все, я понял, как туда попасть. Не заметил коврик. Здравствуйте, мои дорогие ученики и ученицы. Сейчас мы с вами начнем церемонию награждения лучшего факультета недели. Посмотрим, какой факультет у нас лидирует на этой неделе. Больше всего баллов набрал Гриффиндор. Гарри, тебя ждет комната победителей. Посмотрим, соберем ли мы 700 конфет. А может и не соберем. Было бы фигово. Было бы очень фигово. Так, 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 так. Хлопай ресницами и взлетай, ресницами улетай. На-на-на-на-на-на-на-на. Да уж, ладно. На второй неделе декабря профессор МакГонагал составила список учеников, желающих остаться в школе на рождественские каникулы. Гарри, Рон и Гермиона записались одними из первых. Вскоре они узнали, что Малфой тоже остается. Это показалось им весьма подозрительным. Но это и к лучшему. Рождество было самым подходящим временем, чтобы расспросить Малфоя с помощью оборотного зелья. Надо зайти в туалет Плаксы Миртл и проверить, как там оборотное зелье. Надеюсь, Гермионе больше ничего не понадобится. А, даже так... Хочу увидеть, как выглядит. Подожди. А снег должен пойти у них. Он что, растаял? Что за хз? Бред. Где снег? Эй, Гарри, как насчет покупки? Вот... А что у тебя есть? Доспехи для Квиддича. Точно такие же, как у пушек Педл. 500. Покупатель всегда прав, даже в таких случаях. Ага. Эй, Гарри, а что у тебя есть? Нимбус 2001, лучшая метла, которую можно купить за деньги. 700. Как хочешь. Правда, не уверен, что они у меня еще появятся. Ладно, сохранюсь я. Там, где надо, и все. И попробуем что-то потом купить, и потом что-то приобрести. Ладно. Это холл первого этажа. Так, а где бы нам проще сохраниться? Проще, наверное, там. Так. Пам-пам, пара-пам-пам.
Да, все верно. Так, ладно. Дорогие друзья, мы сохранимся тут. И в следующей серии начнем уже туалет Миртл и расспрашивать Малфоя, что здесь вообще, блядь, происходит. С вами был Денис, всем до встречи, ставьте лайки, приглашайте друзей, всем удачи и до новых встреч.